Приветствую вас. Я могу вам сказать так, что вы собираетесь на прием к психотерапевту, вот, но хотите получить информацию для чего? Если вы собираетесь на прием к психотерапевту, то кто мы? Не очень понятно. Дальше. Значит, вы страдаете. Я думаю, что здесь страдания ваши связаны с зависимостью от людей и с тем, что вам вероятно кажется, что вы можете быть спокойны и счастливы только если будете с кем-то. Или только если всем людям будет хорошо. Или только если у вас будет любовь, семья и так далее. Еще я бы сказал, что вы, ну, вероятно, считаете, что другие лучше знают, как нужно. То есть вы в принятии своих решений не смотрите на то, что нужно вам, и на то, что хочется вам, а смотрите на то, что нужно другим. Вероятно, вы просто пытаетесь подстраиваться под других, вероятно, вы затрачиваете огромное количество энергии на это, у вас не получается, а я имею в виду добиться такого результата, который бы вас устроил, ну, в том смысле, что люди, несмотря на ваши усилия, все равно эти люди ведут себя по отношению к вам не очень хорошо, мягко говоря, не очень позитивно, мягко говоря. И вы оказываетесь в итоге разбитого корыта разочарованы. Вот. А как бы вот с этим, мне кажется, в первую очередь нужно работать, да, чтобы вы не ну, чтобы вы не находились в постоянном напряжении, что-то сделать для других людей, делать что-то через них, но для себя. Пока это получается именно так, что делаете вы это для себя. Очень много вы делаете для себя. Пытаетесь сделать для себя, пытаетесь, вы пытаетесь сделать для себя, через других у вас не получается, и, соответственно, возникают проблемы. Поэтому я думаю, что здесь в первую очередь вот такая история, здесь в первую очередь вот такой момент, и, в общем-то, у вас это личная выгода для того, чтобы страдать. То есть, когда я страдаю, я могу ничего не делать, когда я страдаю, я могу от себя ничего не требовать, когда я страдаю, я ни в чем не виноват, когда я страдаю, у меня нет никакой ответственности. А за страданиями вы прячетесь от реального мира, за ожиданиями от других людей вы прячетесь от взгляда на саму себя. Почему вы боитесь посмотреть на себя? Что вы боитесь там увидеть? Или что вы чувствуете, что там увидите? Подумайте, пожалуйста, об этом. Это очень важно. Вот, в принципе, то, что я хотел бы вам сказать на сегодняшний, ну вот, на данный момент. Я надеюсь, что вам это было полезно, я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это поможет несколько посмотреть на ситуацию. Но скажу честно, вот опираюсь исключительно на опыт, который у меня есть, да, вот что, как бы, человек, который хочет получить информацию, да, ну, как вы говорите, что я я, как бы, психотерапевт тут записался, да, я собрался к нему вообще на прием. Вот. Но я так к нему записал на прием.
Но информация мне это нужна сейчас. Понимаете, вот это как бы, ну, такая проблема. Так что здесь вам нужно подумать, а не слишком ли много вы рационализируете. Не слишком ли много, значит, не слишком ли много вы пытаетесь думать, не слишком ли много вы пытаетесь обдумывать, ну, как бы, ситуацию, да? Потому что чем больше ситуацию вы обдумываете, тем ну, проблем, чем больше проблем. Такая вот проблема. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена.